Отдельная структура «Опора России», «Опора кредит», которая занимается вопросами координации потребностей предпринимателей в банковском обслуживании и как раз вот коммерческих организаций. Мы собираем онлайн-заявки на кредиты. Есть какая-то возможность не только поучаствовать в этом сервисе, но и проанализировать в течение времени, какие заявки поступают сейчас и что сейчас интересно. Довольно большое количество мы рассматриваем со всех регионов России, ну то есть можно сделать такой как бы срез вне зависимости, ну и без большой привязки к, именно к Москве. Меня смущает отсутствие картинок, я вам расскажу вслух. По отраслям понятно, что у нас примерно такое же распределение, как и в целом МСП. Больше всего это торговля и услуги, дальше производство, образование и так далее. По количеству, объему требуемого, запрашиваемого кредита, ну тут, наверное, надо сказать, что онлайн-заявка на кредит – это сам инструмент немного для… Ну, не для крупных клиентов, то есть, скорее всего, мы видим там микрофинансирование или чуть более высокий сегмент, но в любом случае до 100 миллионов рублей, заявки, которые мы получаем через сайт. И мы их анализируем на предмет финансовой адекватности, я бы сказала. То есть есть очень многие люди, которые хотят много денег навсегда, бесплатно и без всяких залогов, а потом звонят и жалуются, что же им так не дают представители банковского сообщества, такие не поддерживающие социально активное предпринимательство.